Всем привет, дорогие друзья и подписчики канала Zar Best Game. С вами NeoZar, и это прохождение игрушки Lord of the Fallen. Игрушка давно у меня уже пылилась, еще с 2014 года. Но вчера вышла новость, я случайно увидел ее на форумах, что игрушку взломали. И это мне натолкнуло на мысль, то, что пройти ее для канала. Надеюсь, многим будет интересно это прохождение. Итак, поехали. Нам нужно выбрать тип магии, который мы будем использовать. Но я думаю, выберем драку. Выбор снаряжения. Доступно три вида снаряжения. Это тяжелые доспехи. Так, таковой это танк. Это легкие доспехи. Набор бродяги. И набор церковника. Ну, как бы мне нравятся больше тяжелые доспехи, я выберу все-таки танка. Итак, Харкин, воитель, показатели, снаряжение и вперед. Игрушка представляет из себя серию, как мне кажется, Dark Souls. Надеюсь, многим она понравится. Fallen God, creator and destroyer of worlds, hear my vow. Hear my vow. My vow of defiance. Monasteries ahead. I wonder if it is still safe. Either way, our quest for Antanas nears a conclusion. I hope he's worth all the men we've lost on our way here. Hold on.
Итак, мы с вами в монастыре прошли некоторые обучения, мини-обучения, как нужно драться. Получили зелье и осколок. Так, давайте посмотрим, что мы получили все-таки из оружия. Молот и гир. Я думаю, что нам нужно поставить вот это вот оружие. Так, щит. Тяжелый щит у нас стоит. Здесь у нас ничего нету. Да, сейчас мы только сможем с вами поменять мечи. Так, и что-то еще у нас появилось. Давайте посмотрим. Щит мы с вами оставим. Так, тяжелые доспехи. В принципе, одно и то же. Давайте все-таки отвагу поставим. Как бы соберем с вами сет, чтобы наш персонаж был полностью одет. Итак, вот так вот мы сейчас с вами выглядим. И нам нужно поговорить с Каслом. It's locked. You're still losing blood, Caslo. The Rogar got you good. I didn't let you out of prison to worry about me. You're no use to me if you bleed to death. I will try to spare you the inconvenience of my death. The man we're looking for. How will we find him? He's the leader of all humanity. If we find his guards, we'll find him. So far, I've seen only corpses, no survivors. The Rogar have clearly breached the walls of the monastery, and Tanis would have given his life to protect his people. If he is alive, then some of them might have survived too. There must be some way to open this door. A switch, perhaps, or a key. Так, ну я понимаю, что дверь вот эту нам нужно открыть. Да, она заперта. Так, ну давайте посмотрим. Нам нужно найти или рычаг, или ключ. Так, что у нас здесь есть? Здесь у нас есть вот эта дверь. Еще я не привык к управлению, потому что я как игрушка вышла, мало в нее играл, дошел до первого босса и оставил на длительное время. И мы получили осколок устойчивости к огню. Отлично. Так, здесь у нас ничего нету. Thank you.
It is in me, and it is changing me. My skull. The bones are moving, growing. It does not feel like poison in my veins, more like liquid darkness. We have seen with others what happens next. Eyesight goes first, then follows sanity. Brother William, Brother Peter and I won't let the disease take us. We will choose death before it chooses us. Мы нашли с вами гигантский ключ. Отлично. Здесь дверь закрыта. Давайте посмотрим, что у нас впереди. Мы находимся с вами в Северном Крыле. Так, здесь у нас манускрипт. Dear Father, the fires on the horizon, they are spreading towards our village. I beg you, be careful. Something evil is happening. I can feel it. You can always seek refuge here, in the monastery. Whatever happens, Antanas can save us. Please. Please, be safe. А этот враг посильнее будет. Так, ну давай, иди сюда. Давайте выпьем бутылочку. И не успели мы с вами выпить бутылку. Так, мы с вами опять у этого злостного врага, который нас положил в предыдущий раз. Давайте попробуем его выманить. Тихо, иди сюда. Потому что на лестнице не очень удобно с ним драться. Сюда спрыгнуть. Давайте попробуем. Да, все-таки можем. Здесь у нас какой-то зал. А, мы спрыгнули. Все, я понял. Мы спрыгнули как раз с Касла. Давайте с ним побеседуем. I found a key. What are you waiting for? Open the door. I could use some help. Here. This might be useful. Всякий случай выпьем зелья.
Опаньки. Итак, у нас первый босс. Которым я совершенно не готов, потому что я даже еще не привык к управлению. Так, одно деление мы у него сняли. И нам тоже хорошо достается. Давайте заюзаем баночку на всякий случай. Потому что не ожидал, что так рано будет босс. Пока я даже совершенно не знаю тактик, как с ним бороться. Так, то половинку мы у него сняли. Так, продолжаем. Я стараюсь стать у него сзади и бить сзади его. Так, нам нужно срочно заюзать банку. Так, банок у нас больше нету. Где он есть? Эх, удар сзади. И он сломал свой щит. Так, осторожно, осторожно. Ему осталось совсем чуть-чуть. Добиваем его. Фух. Наша первая с вами победа. Первый надзиратель. Давайте осмотримся, что здесь у нас есть. В принципе, здесь ничего у нас нету. Фу, это было сложно, так как я еще не привык к управлению и все еще вспоминаю. Как и что в этой игрушке. Ну, вот такой вот был бой. Ну что ж, друзья, на этом мы закончим нашу первую серию прохождения данной игрушки. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Neozar. И увидимся.